Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка от компании Техмил, и с вами я, Артур Изятуллин. Доллар проводит пятницу в минусе, потери увеличиваются. Индекс доллара потерял уже на целых 0,13%. Падение еще началось вчера, после того, как появились новости, что Канада и США достигли прогресса в переговорах по сделке нафта, и, скорее всего, к концу недели уже появится результаты трехсторонней сделки появятся. Большие надежды на сегодняшний отчет по безработице рынок не возлагает, потому что, как я уже говорил прежде, ожидания по экономике США уже достаточно завышены, поэтому каждый новый прирост оптимизма от экономических данных дается рынку все сложнее, поэтому доллар сейчас все сложнее удивить хорошей экономической статистикой. Рынок труда, скорее всего, увеличился на 191 тысячу рабочих мест. Это консенсус прогноз по августовскому отчету. В июле рынок прибавил 157 тысяч, что немного меньше, но все равно остается в рамках необходимого роста выше 100 тысяч, чтобы быть в соответствии, чтобы рынок находился в соответствии с приростом работоспособного населения. Фискальное стимулирование позволило экономике США положиться на свой основной драйвер – это внутреннее потребление, мало обращая внимания на торговые войны с рядом крупных стран, таких как Китай, ЕС, Канада, Мексика и Турция и другие страны. Однако тарифы затронули только часть американской экономики. Среди экспортеров особенно пострадали производители соевых бобов, которым из-за ответных тарифов Китая пришлось снизить цены на экспортную продукцию на 14%. Это показали данные из июля. И вообще широкий показатель экспортных цен за июль, он впервые за долгое время продемонстрировал снижение, говоря о том, что тарифы также влияют на американский экспорт. То есть спрос со стороны, внешний спрос на американские товары, он начинает падать, поэтому производителям приходится снижать цены, чтобы как-то компенсировать влияние тарифов. Ожидания по отчету безработицы сегодня, по приросту рабочих мест, они, вероятно, также учтут сезонное замедление, характерное именно для августа последних 7 лет. Если посмотреть вот на эту картинку от Goldman Sachs, можно увидеть, что то значение, которое оказалось актуальным, и то значение, которое ожидал рынок, то на протяжении многих месяцев актуальное значение обычно отставало от прогноза. Это говорит о том, что именно в августе наблюдались некоторые факторы, которые тянут количество рабочих мест, новый прирост рабочих мест ниже, и поэтому, полагаясь на эти данные, в этом году можно ожидать, что актуальное значение, оно окажется ниже уровня 195 тысяч, и произойдет это прежде всего из-за таких секторов, как профессиональные услуги, производство, розничная торговля. Это, конечно же, нужно будет смотреть детали отчета, смотреть то, как в каждом секторе увеличилось количество рабочих мест, и уже затем просматривать, есть ли какая-то связь с тарифами. Вот это сезонное замедление в августе рынок, скорее всего, учтет, и поэтому даже в случае отрицательного отклонения это будет иметь, конечно, влияние на доллар, но это будет в рамках вот рыночных ожиданий, согласно этой статистике. Спекуляции по поводу активного вмешательства ФРС в экономику сейчас пока можно оставить в стороне, покуда рост заработной платы будет оставаться умеренным на уровне 0,2-0,3%. Устойчивое превышение роста заработной платы выше вот этих цифр
на хотя бы 2 или 3 месяца подряд уже доводит как бы годовое выражение, годовой рост заработной по до 3%, и это может означать такой серьезный сигнал к ускорению инфляции, более высокой инфляции, что вынудит, конечно, ФРС, возможно, поддержать уровень процентной ставки, точнее поднять уровень процентной ставки выше нейтрального. А в августе уровень роста заработной платы ожидается на 0,2%. Показатель рабочих мест от агентства ADP, это частное агентство, которое дает прогноз по зарплатам. Вот здесь можно видеть, что за август, но не оправдал ожиданий и составил 163 тысячи рабочих мест против 200 тысяч. Но ADP у нас часто ошибается, поэтому можно, конечно же, принимать это значение во внимание, можно нет, но скорее всего, вот этот показатель как-то повлиял на ожидания по актуальным данным от Министерства труда и, возможно, уже занизил актуальные ожидания ниже 195 тысяч, то есть ниже вот прогноза официального. Вердикт, то есть по payrolls у нас, скорее всего, значение чуть ниже прогнозируемого в 195 тысяч. Уровень заработной платы, скорее всего, останется на неизменном уровне 0,2-0,3%, что не сильно повлияет на американскую валюту. Рынок, соответственно, спокойно вернется к спекуляциям вокруг тарифов. Интересное замечание также поступило вчера от чиновника ФРС Чарльза Эванса. Он заявил о том, что ставки, возможно, придется поднять выше нейтрального уровня, правда, на недолгое время. То есть Эванс считает сейчас, что нейтральная ставка находится примерно на уровне 2,75%. Однако размах ожиданий чиновников по нейтральной ставке находится от 2% до 3,5%. И, по всей видимости, раз он делает такое замечание, у него, скорее всего, есть какая-то информация, что инфляционное давление, оно может увеличиться в будущем, и поэтому ФРС придется действовать более агрессивно, то есть повышать ставку более агрессивно. Нет признаков, что доллар как-то пытался заложить эту информацию в рынок, потому что он продолжает у нас снижаться. И данное вот это замечание Эванса, оно может стать поводом для спекуляции, конечно же. Новости по соглашению НАФТА, они продолжают подогревать аппетит к риску инвесторов. Вот здесь произошло, вот именно на вот этом укреплении, на вот этом, в этом периоде укрепления доллара, здесь были новости, что США не смогут достигнуть сделки с Канадой по нафта. Вот здесь появились, соответственно, новости, что все-таки они урегулировали часть основных споров и, скорее всего, придут к согласию, к консенсусу. Ну вот видно, что вот этот резкий рост и резкая смена настроения, она как раз-таки, скорее всего, связана именно со сделкой нафта, именно с неприятием риска, который как раз-таки зависит от того, насколько напряженным будет торговое отношение США с Канадой, сможет ли Трамп взять вот направление в сторону вот перемирия. Однако вот чиновник из Белого дома на условиях анонимности сообщил, что все еще есть риск, что Трамп откажется включать Канаду сделку, если они вот не достигнут сейчас соглашения по трем ключевым вопросам. Это квоты на молоко, это возможность американских компаний, американских инвесторов покупать медийные компании Канады, а также вот некоторые вопросы по урегулированию торговых споров. Если им удастся достигнуть соглашения, Трамп это хочет увидеть это соглашение уже к воскресенью, то в следующую неделю доллар также продолжит снижение. И вот сейчас он пытается заложить, соответственно, вот этот исход позитивного соглашения по нафта. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.